Это апупетова, а тут еще должна быть одна апупетова. Маленькая. Ладно, ладно, я посмотрю, у меня главное снимки. Вы это... Там ничего не видно. А вы что, тоже в селе делали, да, эти снимки? В Донецке делал. Что же они такие мутные, да? Смотри, чтобы штучка-то не оторвалась. Да вы присядьте, найду все, не суетитесь, тут больше этот, мозги забиваются. О, тут хорошо. Что, наклоняться больно? Короче, у меня там как крестец или как? Крестец, да. Мне не сколько шеи, не сколько мёртвы, это не за это. Так, скажите, а вот у вас поясница, что еще болит? Значит, вот, допустим, вот показывали вот это вот, да, и таз, вот таз и дно. Вот это место, вот это вообще. Кашляну, больно. А что, свежих нет, да, вот этих вот всяких вещей? Нет. Вот это свежее. Которое нечитаемое? Которое бумажка не хорошая. А это еще при Украине, да? 19-го года делали. Это 18-го года. 13-18-го года. Валялись и с собой схватили. Ну, правильно. Мне не столько шея, сколько мне вот это висло. А шея тоже, да? Ну, шея, да, мне там, короче, как они сказали, один поворотчик сюда, там и туда, и мы сейчас все будем перебирать. Главное, два дня ничего не поднимайте. Сможете? Ну, вообще, Виталий, не говорю, не скучайте. А вам приседать больно или нет? Вот наклоняюсь я бы не сказал, что мне больно. Вот я наклоняюсь, да, ненормально. А вот сажусь, я вот так вот. Ага. Я потихонечку сел, там, знаете, вот так. Ну, чуть потерпите? Да. Хорошо. Ну что, прошу вас, ложитесь, знаете, цветочки красивые, летние, майские. Лицом туда. Да, лицом туда. Лицом туда, животиком сюда, угу. Лапками сюда. Это с собой можно? Конечно, можно. Вообще-то я человек военный, поэтому... Готовы потерпеть чуть-чуть, да? Нет, нет. По барабану. Ага. По ртом. Вдох-выдох. Еще. Все-все. Значит, надо будет перерыв, если говорить, и будем делать. Хоть военные, хоть нет, мы же люди все равно, понимаете? Зачем нам зря терпеть? Боли, если можно чуть потерпеть. Ну, вот оно. Посмотри. Ты звонки, верни с нему, и увидишь, что и на нем проблема основная, которая нам дает всю эту свистопляску. Свистопляску. А можно сказать? Нет? Да, можно. Короче, в том, который второй потерял. По дороге, что ли. Мне там написано, что вот это крестец, там где-то позвоночник, одна... На пол сантиметра вылезла такая диск. Поставим, это ерунда. Ртом глубокий вдох, выдох. Вдох и выдох. Дальше. Все, 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 все. Потерпите. Угу. Терпимо? Ну, ну, чуть потерпите, все. Вдох и выдох. О. Терпимо? Ну. Как током бьет. Да, но коротко. Вот так.
У меня тоже удар в ушах звенит, когда волна проходит. Один раз была такая сильная была волна, были окна открытые. Люди там ходили, окна повыбивало у машин. Вот такая, все так. В машин стекла повылетали. Да вон здесь, напротив, в домах. Понятно? Вдох и выдох. Еще. Хорошо, все. Вдох и выдох. Еще легче, вдох, выдох. Хорошо. Ну-ну, вдох, выдох. Легче выдох. Еще. Ты как можешь сделать этот монтаж? Ты бабах, так и все, короче. Вдох, выдох. Овладели в совершенстве, понятно? Вакуумным методом. Когда будет все вылетать там на улице, значит мы получилось все. Вдох, выдох. Еще. Вдох и выдох. Еще. А вы на иглоукалывание не записывались, да, женой? Mm-hmm. Вот. Терпимо, нормально. Вам не дует, не холодно? Хорошо. Если что, говорите. Сейчас мы копчик посмотрим, хорошо? Два. Вдох и выдох. Дышите, как хотите теперь. Вдох, выдох. Так, руки можно так, можно под голову. Как вам хочется больше.